По итогам матча 27-го тура Премьер-лиги Ливерпуль, прозябавший в середине таблицы на протяжении всего сезона, мог наконец-то ворваться в зону Лиги чемпионов. Для этого нужно было обыграть Борнмут, последнюю команду турнира, с чем красные, казалось, легко должны были справиться после победы над Манчестер Юнайтед со счетом 7-0. Команда Юргена Клоппа постоянно контролировала мяч, в два раза чаще била по воротам, но проиграла. В дебюте Коди Гакпо забил Борнмуту, но из положения вне игры. Соперник ответил чистым голом, Данго Утара прорвался к воротам и отыграл в центр штрафной на Филиппа Биллинга, который ударом в касание поразил цель. В середине второго тайма Ливерпуль заработал свой первый пенальти в сезоне. Мохамед Салах пробил в левый верхний угол и промахнулся. Борнмут сенсационно обыграл Ливерпуль и покинул зону вылета, а Ливерпуль находится на пятом месте в турнирной таблице. А что вы думаете по этому поводу? Пишите ваше мнение в комментариях. А на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До новых встреч!